Би-мама. Привет, это Би-мама. И как я и обещала, сегодняшний влог актерский. Покажу съемки Димы и Лены Рус, которая Колина крестная в сериале «Дефективы». Не скажу, что я большой поклонник этого сериала. Но когда зовут на съемки, в принципе, ты идешь туда не оценивать творческую составляющую или же ценность для истории, а чаще всего, ну это банально, это обычная работа, ты идешь просто зарабатывать деньги. А параллельно с этим ты можешь увидеться с многими знакомыми, друзьями, актерами. И это приятно, потому что рынок в Украине актерский достаточно узкий, мы все друг друга знаем. И когда ты приходишь на съемочную площадку, обязательно 5-10 человек, тех, кого ты рад видеть. Потому это всегда классно. А во второй части влога покажу Любаву Гришнову. Она актриса, если вдруг вы не знаете, можете погуглить. Вы точно видели ее в кино много раз. Она живет в Москве со своим мужем Мишей Пшеничным. Любава училась со мной в одной группе. Мы дружим очень много лет, еще с первого курса университета. И дружим с ее мужем Мишей. Но Любава – это человек моей души. Всегда, когда она приезжает в Киев по делам или на съемки, всегда она приходит к нам. И знаете, что вот для настоящих друзей – ни расстояние, ни время не имеют никакого значения. А я сегодня впервые буду членом жюри. Ну, впервые за, наверное, несколько лет. Это интересный фестиваль с шикарной идеей. И мне кажется, что это действительно важно. Я так была удивлена, что этим кто-то занимается вообще. Фестиваль «Яхтовен из Палыты Каевами». Это фестиваль пожарников. Пожарной безопасности, который подключает детей, устраивает детский КВН на тему пожарной безопасности. И ребята так круто шутят, танцуют, поют. Такое творится, такая группа поддержки, такой драйв, такая энергия. Это просто чудесно. Я думаю, что в этом году будет не хуже. И как же их судить-то? Это же дети. Они же все стараются. Они же умницы. Кошмар. Считать шутки. Я не знаю, как это будет. Потом расскажу, но... Мне кажется, это очень полезно. И спасибо тем, кто это делает. Я знаю, что это организовывает Олег Телятников. Круто, круто. И огромный респект людям, которые вкладывают в это силы, душу и финансы. Думаю, что в следующем году, мне даже кажется, что если мне понравится, можно будет придумать себе что-то интересное. По-разному выступали команды. Но я вам скажу, как чудесно, когда дети чем-то занимаются. Дети работают, дети танцуют, поют, шутят, организовываются вместе. Это же сколько сил и времени надо на это потратить. Вот классно это. Ребенок должен быть занят. И я прям как-то воспряла. Приятно, что есть такие классные детки. За ними и будущее, да. А я нахожусь возле Арки Дружбы Народов. Это в Киеве, тут смотровая площадка и филармония. Владимирская горка – это самый-самый-самый центр, сердце Киева. Прошло пару часов после моего участия в жюри. Думала поспать дома, но у Коли были другие планы. Я думала, он ляжет, тихонечко его покормлю и подремаю хотя бы полчасика, потому что спала 3 часа. Но нет, Коля хотел бегать по мне и кричать. И только так. Пришлось вставать, переодеваться и ехать на встречу с Любаней. Люба сегодня улетает ночью, но у нее сегодня фотосессия в центре города. Мы сейчас вот на Андреевском поднимаемся, к ним едем, к Хаяту, к Софиевскому собору. Поснимаю немного, очень классный фотограф, вообще потрясающий. Сейчас с Любаней встретимся, может быть, даже немного пофоткаемся, посмотрим, если получится. Во всяком случае, поснимаю вам центр, там так красиво. Люблю Киев. Да, замечательный город. А тут, кстати, я сижу возле театра, смотрите. Рядышком театр, Димин. И тут парень играет на такой тарелочке.
Интересная достаточно тарелочка. Люди по Андреевскому ходят, а он играет. Очень круто, кстати, играет. Он музыкант определенно, потому что очень чистые, точные ноты. То есть он не просто тарабанит, а это классная действительно музыка. А людей много, сегодня выходной день, все на Андреевском ходят. Площадь, но вы здесь со мной уже были. Зимой, если помните, я вас приводила на елку, показывала вам закулисье елки. Это все на Софиевской площади. Сейчас здесь нет никакой елки, никакого торгового городка. Здесь просто очень красиво. Это старый Киев, старый город. Там просто можно ходить. Одного дня точно не хватит. Если приезжаете в Киев, планируйте ну хотя бы 2 дня, а лучше 3. Тут есть что посмотреть. А мы идем на встречку с Любавой. Люблю ее. Видимся редко. Но нам, когда сложно, мы друг другу отправляем кучу разных голосовых сообщений, просто пообщаться. Вот она, Софиевская площадь. Софийская площадь. А здесь очень странное здание. Вроде как там София, а здесь Хаят. Гостиница стеклянная. Когда-то был огромный скандал по поводу ее постройки, потому что, ну, ей-богу, не очень логичное ее появление здесь. Стеклянное такое. А там вот Михайловский собор, если помните. Если были здесь со мной, то, возможно, и помните. Я пока перейду дорогу, как-то не все спешат пропускать. Здесь брусчатка старая, еще сохранившаяся. А вот там вот заканчивается какой-то велопробег, сейчас покажу. И Любаня приедет на фуникулёре, потому как она машину оставила здесь. Видите, Михайловский собор? Кстати, Дима тут заметил такую странность. Видите вот этот светофор? Вот, сейчас здесь красный свет. Но на этом переходе можно перейти в две стороны. Вот туда, на Софиевскую площадь. И вот сюда, к нам, к Хаяту. Объясни, Дима, что тебя смутило в этом всем? Смутило, что на светофоре висит на пешеходном переходе громкоговоритель для людей, которые не видят. И он говорит, можно переходить дорогу. Но в какую сторону можно переходить? Это не сказано. В одну сторону зеленый, в это время в другую красный. То есть ты можешь идти с полной уверенностью на красный свет. Капец. Такое себе. Боже мой, кто это? Моя подруга себя пугала. Ты пришла со мной фоткаться? Да. Давай же. У меня между вами Богдан. Повернитесь ко мне. Да. Вы можете вот просто рядом? Да. Осторожно, работают профессионалы. Есть всего час времени, мы сейчас найдем какую-то кафешку, сядем. Я плачу. Да, Любовь плачет. Ну, плачет. Ой, пошли, пошли, пошли. Мы пошли сюда? Куда-нибудь сюда. Да. Наша машинка здесь. Побежала, побежала. Можем туда, можем там на улице. Там на улице где? Там, по-моему, есть на улице на углу. Как ты думаешь? А тут тоже на улице есть. Давайте попробуем. Какая-то баобаб. Кавиарня. А, ну да, здесь красиво.
Здесь красиво. Мы здесь... Да. Вот так сесть и все. И пить кофе. И выключить камеру, да? Дима, я говорила, идемте куда-то в другое место. Я была не права, правда? А что ты не себя не снимаешь, а другое место? Так ты такие красивые, думаете, я сниму? Было снимать, как ты признаешься. Да. Не сниму это. Лучше пусть что-то останется в тайне за кадром. Я вам сейчас лучше вот что покажу. Запах. Я вам покажу запах. Мы сидим под деревом. И это цветущая липа. Вот это пахнет. Здесь чудеснейший запах. Ты слышишь запах вообще? Я снимаю запах на самом деле. Запах кофе? Липы. Мы сидим под липой. Здесь красота неимоверная. Здесь очень красиво вообще. Липа, кстати, мое дерево. Боже, какая ты красивая, Люба. Капец, вообще, Люба. Им говорит, что я себя не снимаю, вообще я такая уставшая. Ты прекрасная. Нормальная, но я довольная, как сон. Все, теперь точно выключи. Нам принесли кофеечек, Любавин штрудель. Даже не знаю, тут так красиво, что хочется это снимать. Фоткать. Ну, ты снимаешь, собственно. Да, я, собственно, и снимаю, но я вижу это красивее, чем я могу это снять. Там этот собор. Муж красиво пьет кофе, понимаешь? Прям не знаю. Ну, в общем, смотрите, это вкусно и классно. Просто хорошо. И мужа снимаю все время. А мне все заметили. Это любовь. Лавкис напишет. Сам напишешь, когда монтировать вместе будешь. Вместе пить кофе на Софийской площади. Да. Вместе с Любавой. С Любавой. Love is. Любава is. Идите. Побежали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы приехали в клуб Бинго. Именно там мы будем снимать. Сегодня я снимаюсь. Со своей кумой. Привет! Вот он, творческий киношный беспорядок. Все везде валяются, все вещи, все остальное, все с разных сторон. Так всегда на съемочной площадке. В обычные дни здесь вечером отдыхают люди, танцуют. А сегодня это съемочная площадка. Вот так. Показывай, давай покажем. Там идет репетиция. И будут снимать сцены. Говорят, Киев большое село. Вот подтверждение этому. Приходишь на съемки и знаешь всех, многих, по крайней мере. Кроме кумы, это Остап. Халатка, да. С которым мы много снимались в компьютерной игре. Да, и еще будем много сниматься, и я думаю, это не в первый, не в последний раз. Так что всегда приятно видеть свои друзья. Приятная встреча. Да. Еще одна приятная встреча на съемочной площадке. Дима Соловьев, вы знаете его по сериалам, фильмам многим. А я знаю его как футболиста. Очень плохого. Да ну ладно. Ну, сегодня как-то так. Для нас съемка окончена, мы можем ехать домой. Помните фильм «С легким паром»? Так там он говорил: «Мама, моя Надя приехала». У меня другая ситуация. «Моя Люба приехала». Вы считаете меня легкомысленной? Поживем, увидим. Любаня Гришнова приехала буквально проездом по своим личным делам. И приехала к нам, конечно же, хоть на пару часиков пообниматься, поцеловаться, быстро-быстро-быстро рассказать, как дела. Приехала целоваться со сладкими детками. Да. Нацелуемся, наговоримся. Сейчас Дима прибежит тоже с Любавой. Наобнимается, наговорится. И Любава побежит дальше по делам. Так и дружим много лет. А пока обнимаемся. Целоваться.
Ай, нет, не глазик выговаривать. Нельзя, нельзя артисткой доставать глаз. Нельзя артистом выговаривать, нас у меня всего два. Всего две штучки. Жадина, у тети два глазика, а тетя жадничает. Всего две штучки у меня. И тебе. Мишу мне говори. Валя, отцу Мики. Можно тёмно. Та Любава, которая в роддоме его носила. Да. Ты думаешь, никто не узнал Любаву? Я тебя умоляю. Роси. Сладкий мальчик. Его совсем чуть-чуть игрушечек. Совсем чуть-чуть. Да, совсем, ты знаешь. Да, два контейнера всего лишь. Да. А велосипедик тоже. Да. Всего хватает, Любаня. Вот такой целовательный мужчина. Ну, все. А какой был мужчина? Росик маленький. А какой ты мужчина, симпатенький мужчинка. Ай, смотри. Настоящий полковник. Взбодрилась, соскучилась по-своему. Какая-то же Люба. Зайчик. Да, что ты тебе скажешь? Что такое? Уже не смешно. Вообще-то уже не смешно. Вообще-то скажи, что это... Вот. Ну вот. Он худенький стал, вообще. Сладкий. Ляшечки худенькие. Сладкий. Играют. У вас свой язык, да, вообще? Девочки играют. Ну иди ко мне. Ну иди ко мне. Аба! Хи-хи-хи. Аба! Ага. Аба! Аба! Ну такой. Привет. Привет! Зайчик! Какой занос? Какой занос? Планировался какой занос? Скажи. Я могу целоваться много и часто. Да, зайчик! Он хороший, он, видишь, такой пухляш, который сидит и играет сам тихонько. У нас бабушка няня Ждун. Она может сесть на стул и часа два сидеть, пока Колян играет у ее ног. Просто играет, приносит ей игрушки. Ты специально приехала, чтобы поцеловаться с этим молодым человеком? Да, и это тоже. Вот, да. Потому что этот поцелуй забыть невозможно. Боже. Невозможно. Главное, не по ноге. Ай! 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 Блин! Главное, что не на колено. Классная мелодия. Давай кого-нибудь, что это. Вот этих давай, животных. Они повеселее. У Насти был такой кубик, кстати. Но в нем не было этих песен. Там были просто звуки. А тут столько музыки. А тут как бы уже, это музыка со мной целыми днями. Нельзя нажимать, да, Коль? Нельзя нажимать? Ну, не знаю, договаривайтесь с ним как-то. Коль, скажи, пожалуйста, ты разрешаешь нажимать на твою игрушку, нет? Не всегда. Ты видишь? Не сегодня. Нет. Нет. Понятненько, понятненько. Все, будет сидеть играть. Ну, мы посмотрим пока тогда. Боже, Люба, ты когда его в том видео держала на руках, это ему было 4 дня? Жалко, что нет видео, где я Настю держала на руках. У меня есть видео, где Настя крошечная, и ты с Джоли пришла. И она на руках малюсенькая. А я обязательно найду эти все штуки. Взрослая девушка. Когда мы в караоке пойдем, Настя? Мам, ты нас пустишь на дискотеку? С тобой пущу. А Колян себе смотри. Вот, это классика жанра, мой ребенок. Взял кубик и все. Просто твой ведет себя иначе, потому тебе странно. Вообще прямо противоположен.
Наигралась, нацеловалась, наобнималась, не наговорились. Я думала, это фото вообще сейчас. Нет, это не фото. Люба, в моей жизни нет фото. В моей жизни сплошное видео. Все, едь домой, спать. Колян уже засыпает. I'm going to go. А Дима is going to провожать. I love you so much. Сейчас будет трогательное прощание. Какой последний. Все, пока. Вот так вот, все. Ты самый сладкий. Да. Я тебя люблю. Все. Пока. Мне кажется, что вы уже знакомы практически со всеми нашими друзьями. Они не только герои наших влогов, это люди, которые для нас важны, которых мы любим, которые любят нас, которые поддерживают нас в любой ситуации. И это так ценно, так важно, когда у тебя есть близкие люди. И, наверное, это самое дорогое, что вот дала нам жизнь. И мы желаем, чтобы у вас обязательно были настоящие друзья всегда рядом. С вами была Бимама. Лайкайте, комментируйте. Всегда читаю все комментарии. Обязательно. Сейчас не успеваю лайкать, но читаю. Потому радуюсь каждому комментарию от вас. Не пропускайте интересные влоги. Совсем скоро мы с Димой и с детьми отправляемся в путешествие. Потому подписывайтесь. Ой, дальше будет еще интереснее.